А, вы пчелами занимаетесь, да? Ну вот же. У меня дедушка тоже держал. Вот я. Не, ну многие, знаете, просто давно занимались, в них и стоят просто улики. Не, я еще занимаюсь, но жена уже не хочет. Половая рейка новая. Угу. Постелил полностью везде. И вот тут им ДСП. То есть бетон, а сверху уже дерево. Да. Такое же. А это кто у вас? Подождите. Это цесарь. Как? Цесарка. Вот она красивая, прям переливается. А, вы прям капитально двор от огорода отделили, да? Да. Тут меня отвыгон курям. Деревья тоже, сливы, вишни, черешни. Там пчелы. Ну вот это участок. Как у нас говорят, тут шашлык-машлык, а тут зелень-мелень выращиваю. Добрый день, дорогие подписчики и гости нашего канала. С вами снова ваш Александр Злобин. Сегодня у нас 23 декабря. Посмотрел только что 2021 года. На улице минус 5, морозец, снежок еще немного лежит. Значит, сегодня находимся в городе Белореченске, Краснодарский край. Будем смотреть для наших покупателей один дом. Ну и, соответственно, вам тоже покажем. Возможно, кого-то из вас этот дом заинтересует. Находится, как я уже сказал, в городе Белореченске. Он, можно сказать, на окраине города. Да, ближе к окраине, не центральная часть. Но при этом в шаговой доступности есть магазин «Магнит» большой. Есть остановки общественного транспорта. Есть множество магазинов. До школы и садика около 1,5 километра примерно. Тем временем мы подъезжаем, уже едем по гравийной дороге. И сейчас я вам скажу, от асфальта до дома по гравийной дороге 300-400 метров придется проехать. Да, не особо много, дорога, вот я еду, в принципе, хорошая довольно-таки. Так что уже подъезжаем, давайте, друзья, вместе с вами сейчас посмотрим. Ух ты ж, это ваша собачка? Да. Она привязана, не будет за мной бегать? Привязана. Так, ну давайте показывайте. Граница участка получается вот до столбика как раз, да? Да. А с этой стороны? Аж вон, где зеленый кончается. А, у вас там тоже въезд, да? Да, там гараж. Так. Ага, вот он въезд. А здесь у вас слив, да? А, с крыши, да? Все. А вот это просто кучка, да? Там. Я хочу еще тут септик поднимать. Вот туда я завалю. Еще одну камеру, да, сделать? Да. А сейчас одна камера тут просто. Да, она уже. А проблемы с ней, да, сейчас какие-то? Откачивайте. Да, сейчас только начинается. Бля. Начинается. Вот дожди пошли. 20 лет дома, вот 21 году мы зашли. И ничего не трогали. А это вот только сейчас появилось. Надо откачивать. Вы пока проблемы начали, решили заранее, да? Да, я уже договорился, приеду, сделаю одну камеру. Так, перед двором у вас здесь это цветочки, да. Из деревьев, орех вижу. Орех, сливы, вишни. Ну и что тут больше такое, ничего. Там сирени, цветы. Все. Так, по расстоянию здесь школа. Третья, наверное, самая близкая, да? Вот, да, школа, магниты. Ну, до магнита тут вообще 500 метров, да? Вот по гравийке как раз, он на углу стоит. Меньше. Меньше, вот метров 400, наверное. Метров 300-400. Ну, а на асфальте, наверное, вот по этой дороге ближе всего выехать будет. Да, на асфальте, тоже, да. И тут же асфальт-то положили. Вот по Чехова. А, то есть прямо вот не с этой улицы. Вот по Чехова до магнита есть. Вот где красная машина стоит, вот туда улица, ага. Чехова. Ну, там же не положили, блядь. Видно, старый асфальт завезли. А сейчас ямы поделают. Все, я понял. Ну, вообще, до асфальта, грубо говоря, метров 300-400. Да. Все, до школы, ну, 2 километра, наверное, до третьей будет, да? Да не, километр. Километр не больше. Думаете, полтора, да? Ну, наверное, полтора. А садик? Садик тоже рядом. Садик тут где какой? В садике мы вон выборы проводим, блядь, что-то. Какой? Так, что-то не соображу. Ну, школа третья туда дальше, по-моему, а сюда ближе садик. А, все, я понял, все, до садика еще поближе. Да. Так, ну давайте, запускайте. Запускай, если не уходи. Да. Во. Так, во дворе вижу плитка, да, у вас? Плитка, да. А давно делали?
Вот недавно, осень, летом. А плитка как она? То есть там отсев сверху плитка или залили, а потом там плитка? Там бетон у меня был, он начал крошиться. И я вы так... решили плиточку сверху? И я, да, нанял работника, он мне, чтобы он тот не крошился, не подметали каждый день, а положили плитку. Все. Так, навес тут сразу же, да? О, как вы сделали аркой, вот так, склон хороший, снег вообще, наверное, не чистите, да? Не чищу снег. Все. Его сдолбывает или стаивает. Все, навес дало профиль. Ну давайте по двору, по участку, а потом может в дом. Да, упаду, ну, поднимем. Да, там, значит. Вы ведите меня куда по порядку, я же не знаю, как ну, у вас. Вот тут, значит, проход, вот тут гараж. А в доме подвал есть? Есть, на кухне. Все. Полностью. Над всем домом? Над кухней. А, над кухней. Тут гараж, под две машины. Вот. Здесь тоже плиточка, под снегом. А, закрыто. Ну, плиточка, только снега вот недавно. А мы в гараж сможем зайти? Зайдем с той стороны. Зайдем, все. Так, здесь даже у собачки бетон залили, да? Да. Все. Это дерево какое? Абрикос? Это абрикос. Так, и здесь розочки. Назовили вы, да? Достали. Так. Вот эту веранду. На доме трещин нету нигде? Нет. Дом полностью кирпичный? Или блок? Нет, он у меня... Так, это только не тут у меня, а это весь порядок. Это директор птицефабрики. Они карамзитолитые. С карамзитолитые сделали. А, они ставили опалубку, поднимали с керамзита. Железная опалубка стояла полностью. Угу. Залили, ну, поднимали, да. И обложен кирпич. Ну, то есть это бетон с керамзитом, вот такое теплое, чтобы было, да? Как блоки керамзитовые. Да, да, сейчас да, делают да, только целиком. Да, да. И обложен кирпичом. А это уже я сам построил. Второй этаж, вот это мансанды. Веранды две сделал. Это уже пристройку сделал, но все по документам. То есть два входа у вас, да, в дом? Да, два входа. А вот этот бетон, это свеженький? Свежий. Вот сюда залили, просто денег не хватало на плитку. Надо было тут еще 80 квадратов. Тут 130. Угу. Положить тут 8. Я на тот бетон залейте мне, выровняйте, чтобы вода не стояла. Все тут стекло, они мне сделали. Но и бетон тоже вот в этом дело. А тут вот летняя кухня. Тоже давайте зайдем. А вот это то же самое, керамзит и облицован? Нет, или тут это просто кирпич? Это кирпич. Кирпич все. А в один кирпич или в. В один кирпич, видите, толщина кирпича. Угу. Вот это летняя кухонька маленькая. Это я так думал хозяйство держать. Ну, держал-то, чтобы тут готовить. Ну, не готовили хозяйство, а гостей принимали. Летом все дома не. Ну правильно. Так, полы здесь забетонированы, да? Забетонированы. Линолеум постелен. Да. Так, стены покрашены, а по, где рабочая зона, так фартук плиткой выложили, да? Это я уже сам. Все. Вот это как, остается? Все остается. Холодильник тоже? Холодильник нет, наверное. Ну, плита остается. Плита остается. Все. Плита и кухня. Все, окна здесь деревянные, два окошка. Да, ну, я думаю, что тут менять, я говорю, на дерево из дерева. Ну, это летняя кухня. Они хорошие в состоянии, это на доме поменял. Хочешь, можно менять кого-нибудь. Так, и потолки, потолки 2,40, да, где-то? Ну, где-то так, но дело в том, что они там и подштукатурены, дранка, все было делалось как. Ну, я для себя делал, а сейчас просто сильно надо где-то. Так, крыша шифер, да, здесь? Шифер, и на доме шифер. На доме тоже шифер, а то на доме вообще не увидишь сдалека, оно высоко. Ну да, а это навесы уже им сами делают. Так, и навес тоже металлопрофиль. А, вы прям капитально двор от огорода отделили, да? Да, тут меня от выгон курям, деревья тоже, сливы, вишни, черешни, там пчелы, ну вот это участок. Короче, так. Так, а по участку здесь, это цветочки растут это туда? Это клумбы, да. Ой, а вот это что, это куст?
Цветы обрезали. А, цветы. Я думал, инжир маленький. Нет, цветы обрезали. Здесь беседочка, да? Беседочка здесь. Тоже, чтобы гости приехали. На кухне приготовил, тут да, шашлык, машлык. Да, шашлык вон там у нас делали. Как у нас говорят, тут шашлык-машлык, а тут зелень-мелень выращиваю. Так, здесь тоже розочки, это клубника, да, посажена? Вот клубника, нет, вот 4 зерна. А это я просто посеял этот... Горчицу испахал на зиму. Все, я понял. Мясо. И навоз завез. Коровья вон там меня навоз, товарищ, привозит. Все, а там у вас дальше что? Тут можно пройти? Не потопчу? Так, здесь тоже цветы. Лучок. У меня вот просто сарайчик для инвентаря. Ну, правильно. А, вы пчелами занимаетесь, да? Ну вот же. У меня дедушка тоже держал. Вот я. Не, ну многие, знаете, просто давно занимались, в них и стоят просто улики. Не, я еще занимаюсь, но жена уже не хочет. Я помню, у деда приезжал еще маленький, вот это, что-то он с дымом там связан, такая штука, пыхтел. Ну, вот она, дыма стоит. А я этих. А, да-да-да-да, вот точно такая же. А я этих, как их, трутни вылавливал и в бочки топил. Это не трутни, лавры. А, эти, трутни, да. Вот. Все, так, здесь, это молодые деревья, да? Да, это яблоньки, это уже рожало в этом году, грушка рожала в этом году. А вот это что, это склад... А это груши хорошие. Не, вот это здание, это склады, по-моему. Это склады перевезли, вот. Это Вико? Вико. От них шума нету никакого? Никакого, наоборот, лучше, блядь, затишье сделать. А, там же трасса с этим, оно закрыто все, да? Все закрыто. Все. Шума нет. Это вот орех. Там вот сбилось. А вот это тут черешня. Так, здесь вот это курятничек, да? Да, вот там. Все. Так, ну это у вас просто как тазик, да, для каких-то. Это ванна с навозом. А, удобрять. Огурцы. У меня в этом году огурцов было, блядь, девать нельзя. Продавать надо было. Я не такой человек, я вам раздавал знакомых. А, ну если есть кому раздать. Это тут туалет. Это уличный туалет белый. Да, ну тут он с водой. Тут я вот воду отсоединил, потому что мороз. А налитую воду ноября. А, у вас тут все как в лакшери. Да, как же. Чистота. Надо еще, знаете, ковер туда постелить. А был. Был? Постирала. Все. Так, здесь тоже вода есть, просто сейчас перекрыли. Да, вода, тут вот септик. Это отдельно септик. Отсюда, да. Все. Все понятно. Ну, про этот септик я не спрашиваю, там что, водичка, она, наверное, все убегает. Да, на уходит. Так. А тут просто вот сарай и баня. Тут вот сарай, и тут так все. Ну такое хозяйственное помещение. Ну так он пулище по штукатуре. А здесь это слив, что ли, есть еще, да? Да, у меня это слив там. Сосед на буровой работе побурил, где я скажу. А зачем сливы делали? Планировали тут? Ну я думал, коров держать. А, чтоб смыл, и оно туда убежало. Все. Не, ну по сыти взбежался, он не мог один стоял. Я каждым сараем сидел. Вы везде предусмотрели, да, лишним не будет, да? Тут тоже забетонировано. Так, туда можно заглянуть тоже? Я чушек держал. 5 штук. Точно такое же помещение, да? Да, 3 на 3. Там тоже слив, там тоже все. Ну, они уже, правда, мыши, блядь, их засыпали. Да. Вода уходит. Это есть. У вас сколько тут отделений? 1, 2, 3, 4, 5 отделений, да, в этом стоите? Это кури. То же самое, точно такое же курятник. Но я загляну. Да ты не заглянешь, ну загляни. А, тут они прям вон бегают. Все, такое же. А это кто у вас? Подождите. Это цесарка. Как? Цесарка. Вот она красивая, прям переливается. А вы меня пускать туда не хотели. Нет, а я думал открывать ее. А это брать. О. Вот тут, кстати, тепло. Здесь тепло подведено. Здесь все подведено. Да, газовая горелочка. Так, у меня фонарик есть, я сейчас тоже включу, чтобы нам лучше было видно. Все. Так, это на стенах здесь обои, да? А, это пластик. Нет, пластик. Пластик. Потолок тоже пластик. Да. На полу плитка. Плитка. Так, то есть форсунку поставили, форсунка, да? Форсунка, да, она у меня. Час и парься, а вот парная.
Монолит попались. О, сама парилочка. Так, здесь тоже бетон, лавочки. Да, печка. Печка. Недавно, да, вот так кирпичом обложили? Да, тоже я кирпичом печку обложил, чтобы теплее, держало тепло, угу. И стенки не горели. Ну, как хорошо. Банька. Я люблю баньку. Да. Меня младший сын любит, а старший не хочет. Так, это... ну а здесь душевая, да? Душевая. Попарился, да. Искупался. Горячая вода. Тоже все в плитке, потолок вот. Пластик. Так, окошко есть, да? Да. Деревянное. Есть. Ну и слив. Это просто вот сейчас видишь. Медогонку просто на зиму некуда поставить. Сюда сунул. А так, вот еще у вас какие-то... Эта труба идет туда, в туалет, вода. Я же отсоединил. А, все, так. Освещение. А в бане окошка нету, да? Не, нет, парной то я не делаю окошко. Все. Там свет горит у вас. А я выключу. Выключайте. А то сейчас нажгем электричество. Да уж. О, кабачки, урожай свой, да? Да, свой. Это тут вот начинает. Нет, кури не успевает всегда. Курей мало, видишь. Надо вот. Больше курей, да? Я весной покупаю побольше. А это вот мне не дуже. Тоже слив, да? Тоже слив, да. Все. Ну слив туда идет, а в огород. Там тоже такой септик. Тоже все в плитке, а потолок это пластик, да. Как стены в предбаннике, да? Да. Это все кирпичное, так. Это где-то вот тут. Здесь тоже навес вот такой формы. Под навесом свет есть, да? Свет есть, да. А здесь у вас такая мастерская, да? Это да, так. Зона мужика. Зона мужика, да. Все. Тут наждачок. Получается, вот этой стены не было, это просто как место забора, наверное, да? Или да, была стена? Была, был забор. Был забор, и вы так отделили наглухо. А я потом наглухо. Поднял, с соседом договорились, отделили. Нет. Ты что там прячешься? Рыжу прячешься. Так, все. Здесь мастерская такая и гаражик. Это петельная. Петельная. Летом я отдыхаю тут. Я прям сразу заметил, прикольно у вас тут. А тут, понимаешь, заделано глиной. Не греется, нет. Угу. Не потеешь ничего, но летом я тут. Ничего себе у тебя мордяха здоровая. Да, он вредный. Вредный, да? Угу. Так, котел, сразу отопление. В самый холодный период сколько платили? Ну, 1005. 1005, да? Да. Ну это когда самое холодное было. Да, 70, когда будешь держать, то будешь 1005. Ну это вы имеете в виду то, что ну не да, мерзли. Да, чтобы тепло. Все, тут опять урожай, да? Это, чтоб сухо было. Это верхний. Газовый счетчик здесь стоит. Здесь. Так, скважина. Сколько метров? 8. 8 метров. Труба не ржавеет, а забита. А это у вас бойлер, да? Это холодная, а это горячая. Это холодная. Это сколько? Не литров по 200, да? Литров по 250, да? Все. Так, и здесь вот это мне прям нравится. У вас здесь такое тепло. Да. Пришел сюда, отдыхаешь. Хочешь вино пей, хочешь самогон пей. Хочешь друзей зови, отдыхай, да? А так и было. Приезжали с севера, тут они спали, тут выпьют, рюмки, все. Не, у вас прям, знаете, тут уютненько так. А это вот гараж по две машины. Тут вот у меня лестница. Она туда я затащил. Угу. Вот, блядь, паутина и не видел. И на второй этаж поднимаюсь. На второй, то есть там второй... Если дождь или что там зимой, или что-то холодно, чтобы не вокруг ходить в гараж, а ставишь лестницу и спускаешься сюда. Она у меня сваренная, хорошая лестница. Все. Ну мы... Из дома на второй этаж попадем? Попадем, конечно. И увидим, да, как там? Да, вот сейчас без лестницы две машины улазят. Все, здесь тоже полы забетонированы, смотрю. Да. Стену это от дома утеплили, да? Да, тут понимаешь, что дело? Тут же у меня отопление было. Угу. Три трубы. Я тебе убрал, обратно поставил. Ну и сейчас тут тепло. Видишь, тут 9 градусов. Или 8. Вот. А стены, думаю, так я еще в зал утеплю. Не, в гараже тепло, тепло. Тепло. Так, два окошка тоже деревянные. Освещение ну, у вас так. Ну, тут вот две не горят. Я просто. Ну, лампочки поменять. Четыре да. Лампы есть. Четыре лампы, вот розетка есть. Так. Я заряжаю бритву. Двери тут вот такие. И ворота тоже утеплили, да? Да, утеплил, но я тут эти закрываю меня. Вот это?
Ну, щели закрываю. А вы знаете, как сделать? Возьмите резинку с газели, с двери, купите, резинку сюда приклеите и все. Да уже меня вон было, блядь. Коты ебаные дерут, все, блядь. На улице, когда открыто. Все, так. Здесь тоже все посмотрели. Так. Нет, тут прям тепло. Тепло, да. Тут коты у меня живут. Надо запускать их. Ну да. А он, вижу, греется возле котла. Ну, вон, спрячется. Хрен выгонишь. И девки ему. Конечно, надо. Выгонишь отсюда. Попробуй отсюда выгнать. Тут тоже теплен. Так, а вот это у вас? Это у нас идет отопление под бетоном. Обратно. Вот идет отопление. Это на баню? На баню. Все, все. На баню. Я понял. Отопление сделано. Ну, это когда баню подключаешь, то немножко газ больше идет. Но когда морозы, я включаю баню. А так я ее не включаю. Когда перед париться на ночь включу, угу. Она прогреется, форсунку рубаю, через час захожу, все раздеваю. Цоколь тоже покрасили, да? Цоколь, да, по штукатуре я ее покрасил. Угу. Краской такой. А фундамент здесь залитый или блоки? Там залитый, там и сваи залитый, а тут сверху вот блоки. То есть сваи, потом залито, да, ленточный, да. И сверху блоки. Да. Все. Так. Да, трещин нигде нету. О, я сразу не видел. Это что у вас за бак такой стоит? А это... Я делал, то она и была у меня, и сейчас была. Это сейчас уже, думаю, отменила. Огород поливаю, насос закачивай туда. А, я слышал, что помидорчики, огурчики, да, тепленькая водичка. Да, теплой водой. Это он сколько литров там, тонну? Два куба. Два куба? Ты делал вас как для себя, это. Ну да. Чего тут говорить? А, сейчас вот приходится продавать, потому что... Жена уже, блин, была дочка, а тут два сына. А куда переезжать собираетесь? Ну, здесь вот надо будет искать сначала дом. Поменьше, да, что-то? Поменьше, да. Такой одноэтажный. Типа такие. Так, ну все, в дом меня запустите-то, ну, погреться. Пошли. Так, здесь ступени забетонированы, все. Да, можно обложить плиткой, но моя не хочет, потому что скользко бы мной. Ну, это уже кто как хочет. Да, это уже... Так, а здесь счетчик электрический, да? Да. Все. Так, раздуваться здесь? Ну, тут вот веранда. Так, сразу прихожая. Здесь, получается, полы в доме бетон? Нет. Деревянные. Там, понимаешь, залито бетоном. Угу. На них новые... В то время, блядь, половая рейка новая, угу. Постелил полностью везде, и вот тут им две спи. То есть бетон, а сверху уже дерево? Да. Все. Так, потолок это плиточка такая? Да, декоративная. Все, стены покрашены. Здесь окошко деревянное. Деревянное. Без форточки. А, форточка есть, все. Форточка, здесь форточка есть. Тут меня гости другой раз ночует. Кто курит, не хочет дома. Встает ночью. Ну, здесь такая, как холодная, да, комната? То ты понимаешь, тут летом жарко, вентилятор стоит. Ну, я имею в виду, что здесь не отапливается. Не отапливается. Все. Можно отопление сделать кому надо. Ну, можно сделать кому надо. А я еще и утеплю и эту стену, потому что... Ну, я вижу, да, здесь тоже пеноплекс. Так, освещение есть. Да. Все, окошко здесь тоже деревянное, да? Деревянное. О, какой у вас самоварчик тут. Все, здесь получается... А это как оно пристроенное, да? Ну, как я уже к дому попристраиваю, веранды. Ну да, вот эта стена дома, получается, это пристроенное. Да, да. Все. Пристройка. Она с блока и кирпичом обложена. А, она с блока и кирпичом. Да. Дверь у вас тут такая двойная, да? Металлическая. Да, металлическая. Хочешь закрывай, хочешь закрывай. Безопасность. И тут. Это я утеплял их. Здравствуйте. Есть деревянные двери. Да никуда с нами давайте ходите. Вдруг мы упустим, что-то вы рассказываете. Так, здесь коридорчик, да? Да. Ну куда пойдем в первую очередь? Ну, глаза разбегаются. Снимать? Давайте и сначала, туда. Не знаю, с коридора начнем. Ну вы ведите меня, вы же хозяйка. Вот это, свет сейчас повключаю, тут ванная есть. Все, так, здесь ванна. Ну да. Туалет отдельно, да? Да.
Все, на полу плитка, стены в плитке, потолок тоже плиты. Так, ванна, можно, да? Да. Тут тоже резко и холодно. Что там связает? Все. Да, я смотрю на порчик. Напор нормальный. Так, розетка есть. Все. Здесь же стиральная машина. Все обязательно покажу. А вот он туалет нашел. А здесь плиточку сделали в пол стены, да? Ну так вот, это же. Да, ну в то время, понимаешь, плитку было не достать. Это же по блату доставали плитку. И когда ремонт делали, мы не стали переделывать плитку. На полу тоже плитка. Это вытяжка, да? Да. Все, тянет. Ну, это вот плитка. Ну, а тут тоже, сейчас же холодные коридоры. Ну, пусть они видят. Да, можно посмотреть, надо. А летом хорошо, у нас все открыто летом. А, это другой вход, то, да, что да, все. Как в основном... библиотека, хочешь читать книги. Хочешь друзей зови, да? Да, хочешь друзей зови, хочешь книги читать. Мы только в основном этим входом ходим. Так. Да, ага, все. Так, здесь получается окошко тоже деревянное, да? Да. А полы здесь без бетона, просто дерево? Или... Нет, так, бетон, бетон, потом дерево. Да, еще. И подвальчик и под полностью. А где подвал? В подвал залезть как? А в подвал на подкухне, вот а тут маленький. Вот тут калит, дверь. Но вы этим не пользуетесь, да? Нет, мы не пользуемся. А в тот залезем? Залезем. Все. И здесь тоже дверь двойная, да? Ну, металлическая еще одна. Все. Подвал у меня есть, там банки храним, когда если лишние, вот там. Такие... Вино, да? Нет, мы только вот этим подполом. Мы столько не делаем, чтобы хранить. Ну, а дальше, не знаю, не все включено, смотрите, там свет включен. Так, здесь кухонька. Гарнитур этот оставляете, забираете? Да. Оставляете. Да, это останется, потому что не будет ломать. Мы же заказывали под заказ. Под эту кухню. Да, под они приехали, забегались, вот. Привезли, установили. Так, на полу это ДВП сверху, вот да? Вот это ДВП, да, а вот тут... О, подвал. Подвал, посмотри. Давайте посмотрю. Так, пока здесь отопление труб, у вас по 4 трубы проходит, он да? Закрывается, да. Но есть вот декоративные решетки. На зиму сняли. А, вот которые вы там стояли. Да. Все. Не, вот они у нас отдельные. В каждой комнате я их вытащила. А, вот они, все. Он решетки есть, мы весной оставляем. Мы вот пока вот это вот, сейчас месяц полтора, и мы их... Чтобы работаем. Тепло больше выходило? Да. Больше выходило, конечно. Все. В целях экономии. Да. Все, так, окошко открывается. Откосы, смотрю, тоже пластиком, да, сделали? Это, да. Все. Все, вы мне подготовили. Там освещения нету? Этот высокий был. А, есть? Все. Так. Я вот так загляну. Там мы банки храним, там у нас нормально все. Ага, полочки вижу. Ну как же? Ну тут отсев просто, да? Вот да, так. Полностью. А это плиточку остатки, наверное, это выложили. Это просто положили. Так, вот видно блоки, да? Да. Все. Все, закрываем. Вася, закрывай там. Так, здесь окно тоже. А, нет, здесь глухое, да? Здесь просто здесь... глухое. Все. А что-то я... Да, мы тогда еще не знали, что надо. Лучше больше открыть. А потолок недавно делали, да? Не, ну, как, да. Ремонт капитальный делал, приехали. Мы тогда сделали. Вот уже 8 лет или сколько. Двухуровневый. Да. Все. А тут... Ну, сначала было без этих, конечно. Это уже сам это тут, как который парень делал. Антомасин. Так, дальше здесь опять вот продолжение коридора. Да, это я думал дверь туда сделать. А там в гараж выход. Ну, потом делал через дверь. Вот там, там сделал морозилку. Кладовка. Да. Кладовка. Так мы решили, делали ее. Вот, кладовка. Тут дверь вот тут. Ага. Нет. А что вы ее сняли? Ну, зачем она? Тут ну, шторочки закрыли. Я туда постоянно, тем более, хожу, морозилку. Ну, здесь просто побелены стены, просто. Покрашены, да? Да. Потолок Плёный тоже. И вот эти стены. Ну, я вижу, зала. Еще. Зала, это зала. Все. Здравствуйте. Вы тоже с нами будете? Да нет. Показывать? Нет. Мне что показывать? Нет. Есть кому показывать. Нет. Так, здесь, получается, зал, да? Да. Тоже на полу ДВП. На стенах это обои, да? Да.
А не красящийся, наверное? Красящийся. Да. Он поклеил и говорит, давайте я матовую краску, чтобы не блестели, как сопли. Может, они нам не понравились, мы их вот сделали. Ну я же говорю, покрасить можно. Можно переменять-то. Так, а свет? А еще нет света здесь? Все. Все, свет работает. Так, два окна здесь пластиковые, да? Да. Широкие. Это на открывание. А вот это еще больше. Это больше. Это одинаковое, но больше, да. Шире. Мне кажется, вот это побольше. Шире. Шире, там шире. Два, а тут три правда. Все, и сплит-система есть. Да, все. Это у вас вот это что? Это как ручная? Все я делал. Ну это мы когда-то здесь ручную. На выставке купили, приезжали. Все я делал вручную, говорю. Так купили или сами делали? Купили. Друг художник. На выставке. Я думал, вы сами делали. И вот он сделал все. А потом мы когда приехали, сделали еще. Ну вы тоже тут сняли, видите? У нас есть, это вон они стоят. Да ладно эти решетки, я вам верю, что они у вас есть. Потому что... Мне вот это сейчас интересно. Ну есть у меня тут такой художник. Ну вы это не будете снимать? Нет, в смысле снимать? Если вы уезжаете, снимать. Заберете, да? Конечно. Вот это может не будем. Вот это может, скорее всего, что... А это из какого дерева? Это, уже как она легкая называется? То ли ель, то ли пихта. Пихта, наверное. Ну, то ли пихта, да. Ну, вот ей уже много лет, она это самое. Ну, да, он меня, я приезжал в отпуск, сюда родители жили, вначале их запустили. Угу. И он встретился и продавал на... На выставке у вас в день города. Я его забрал здесь. Он хотел ингурту. Угу. Обещал. В отдельности чего-то. Часы он ему обещал. Тут у вас везде и часы, и стол, я смотрю, все, такой. Все, сейчас все в комплекте было. Все. Да. Это вы в каком году все это забрали? Ой, это было, наверное, это я тебе скажу, в 2001 году. Дорого это, ну, стоило, да? Дорого тогда стоило, да. Все. Так оно сейчас, наверное, не дешево. Сейчас оно, наверное, еще дороже. В эту спальню. Так, спальни большие у вас. Так. Это такая женская спальня, да? Муж с женой может спать, если хочет. Все в розовом стиле. Все в розовом стиле. Так, на стенах вот это как розочками фотообои, да, такие. А тут такие. А тут чуть другого. Да, да, такие. Обычные. На полу везде ДВП на первом этаже. Везде новые ДВП, новые полы. Деревянные, новая доска полностью заведена. Это вы давно меняли? Вот, не меняли, сразу новый дом. Это когда стили. Вы строили. А. Все. Если бы мы сами уже потом делали. Если бы сейчас менять, то уже по-другому. Уже по-другому. Одно там обычное. Так, здесь трубы проходят. Да, да, трубы. Форточка тоже есть. Да. И он двойной, да, стекло? Да. Двойное. Все. Ну тут, конечно, по. Лимон на отнесе. Мы просто не меняем стекла. Лимон. О, лимончик, да. А у меня дома тоже лимоны растут. Да? Да. А тебе надо познакомить с моим, он занимается им. У меня дома вот прям в комнате стоит огромный, там лимонов 6 висит, но они, правда, еще зеленые. А он их рассаживает, поэтому он сейчас вот рассаживает везде. И вот вторая поменьше, а свет не включила. Да, ничего страшного, да, что я не включу. Поменьше спальня. Все. Поменьше, но тоже достаточно, ну, помещения. Отлично. Так, на полу тоже ДВП. Так, все, ДВП. И обои точно такие же, да, только... Цвет. А, все то же самое, только цвет, цвет разный. Разный, да. Все. Тут, знаете, такое синеватое для мальчика, а там как женское. Да. Все. Это я тебе покупал для себя обои. Да. А, я для это она для себя купила. Потому что, нет, мне там нравится те обои. Вынула меня отсюда, сюда, а сама туда. Вам вообще тут комната эта нужна? У вас котельная, там такая лежанка. Я там жил, На день рождения Путина перехожу оттуда. 7 октября. Перехожу отсюда. Так, здесь тоже двойное, да? Самые обычные окна. Ну я тут не стал, да. Не стали менять, что-то так и оставили. Не, меня прям ваша лежанка зацепила это. Мне понравилось. Так, куда теперь меня поведете? А, второй этаж же. Давайте. Забыли уже, что у вас второй этаж. Так, а это? Ну, это просто антенны там на компьютере. Это ремонт. Wi-Fi, да? Я не знаю, это синой язык. А это свет здесь выключается. Все. Так. Здесь под лестницей. О, у вас трубы так выведены, как раз правильно обувь сушить, да? Да. Все по-грамотному. И вешалочка есть. Вешалочка, да. Так, лестница, это что за дерево? Да, дерево. Какое? Это то ли бук, то ли граб, то ли хрень. Ну, плотное. Да, да, что-то плотное. Мощное, да. Вот оно уже как ножки вот на кровати делают. Да, такие. Да, да, да.
Наверное, Бог. Это уже я сам. Это нам еще дядька наш строил. Это лет сколько лестницы? Да уже много. Лет 20 лет. Как построено? Вообще ни одного скрипа. Ничего нет. Я вот же иду специально, с усилием. Нет, вот тут да. А тут немножко просох. Ну вот смотри. Так, сейчас я вот тут загляну еще. Тут у вас получается... Что-то тоже можно поставить, какое-то место, да? Да, туда ну, можно есть, заходить. А заходить. Там, ну, что, там же у нас кладовые, в смысле. Так. Потому что ты не знаешь, как это делается, поэтому вот. Включается. Вот. Все. О, а здесь кто ночует? А это когда? Тоже лежанка? Не, это просто лишнюю кровать убрали. А, все. Просто убрали. Так. Так, тут веники. Ох, елки, я забил убираю, за эти веники даже. Надо. О, Вася, венички в баньку. Не ходи по коридору идти уже. Что, там же не пылесошу тут? Когда-то я пылесосила. Так, ну тут там можно, просит. Понимаешь, по-хорошему я думал, тут отгоражу. Угу. Поставлю бильярдики или с той стороны, или с этой, да будем играть в бильярд. Ну правильно, чтобы друзей звать. А потом жарко, оно уже... А зимой же, видите, холодно. И денег нет, и оно не надо, жена говорит, мне тут надоело убирать, и еще там, думаю, если у кого большая семья, то да, тут все можно сделать. Тут да, можно и комнату мы... сделать да, еще, кому нужно. Если надо, если отделить, утеплить. Да, ну, если так и делаем. Ну не нужно, так и делаем. Лишнее все. Так, давайте есть. Сразу по порядку. Здесь... Вот комната одна. Это я тут жил. Это сейчас дедушку сюда пригоняют. Выгнали меня. Вас что выгоняют? Тот в этот... То туда, то сюда. Понастроил, а теперь гоняют меня. Так. По старости. У вас везде, и на первом, и на втором этаже ДВП. Да, все. Все, тогда я больше не обращаю внимания. А, обои поклеены, потолок гипсокартон обои, да? Нет, тут потолок также был подшитый. Тут то плиты перекрытия. А, ну, тут плиты перекрытия сверху. Да. Вот а здесь доской подшиты, балки деревянные, доской подшиты и глиной заделаны. А потом рубероидом, глиной. А вот сейчас ремонт делал, когда... Ну не сейчас, когда делали. Чтобы они ровнее были, они стреляли и взяли, подшили гипсокартон. Ну все, я понял. Ну не хотели бы. Ну гипсокартон просто, грубо говоря, выровняли вы. Да, выровняли и было. Трещин. Понимаешь, там штукатура. Да, все. А тут пока и обои, и культурные. Так, окно пластиковое. У вас на каждом окне зимний сад. А здесь сын, потому что живет другой. А он занимается вот этим вот. Ага, все. Так, тоже трубы в качестве отопления. Да. Вот пробуй, горячий. Да, здесь много труб. Тут горячий. Сейчас прям... ветер холодный похолодел, а то тепло тут вообще. Прям вот не то, что теплое, а горячий. А, трубы горячие. Ну, 60 градусов я сейчас держу. Освещение есть. 70. Так, дальше у нас что? Ну и вот вторая комната. Это получается внизу две спальни, здесь две? Да. Четыре спальни? Да. Все. И, причем большие четыре спальни. И изолированные. И в смысле зал большой. Да. Изолированные, да. Все, так. Здесь тоже на стенах обои, с потолком та же самая история. Тот же самый зимний сад. Лимон. Все окна заставлены, но пройти лимон, не могу. Какой лимон огромный тут. Он там брызгает там все. Так, окошко, сплит-система. Да. Есть работа. Их две всего в доме? Дома у нас две, мы все на кухне вот хотим сделать, потому что неудобно на кухне немножко. Так. Трубы, смотрю, здесь так покрасили, да? Ну, здесь решетки тоже есть. Вот все. Я их снимаю. Решетки тоже есть. Все, когда уютно, когда поставишь решетки. Горячее. Ну, раньше, видишь, трубами делали, это сейчас уже по-другому делают. Не, ну тепло в доме. Но это надежно, вода не сливается с ним. Всю жизнь стоит с водой, и не ржавеет внутри ничего. А решетки вы не стоят? Да я вам верю, что у вас решетки все есть. Решетки так, есть. Там куда? Там тоже такая же. Так, холодильник. Можно вот такую лампочку что-то раскрыть. Можно так же. Тут делать. Да я иногда так. Зашивать и делай комнату здесь. А, тут тоже можно, да? Да, ой. Вот у меня лестница эта, видишь? А, вот эта лестница. Ставлю туда и хожу. А вон люк в гараж. А да, да, вот. Туда. Все, вот она. Туда ставится вниз лестница. Все, я понял. Так. Ну тоже утеплить можно тут что-то придумать. Да, тут плиты перекрытия. А вот там отопление, да, проходит? Там отопление. Так я там обвалилось. Видишь, я обшил эту стенку. Угу. Вот под этим. А, пеноплексом здесь обшили? Да, тоже обшил. А тут не успел еще. Обвалилось. Все. Ну, там просто лампочки нету, свет подведен, да? Да, свет есть тут, и тут он включается, свет. Тут я их не включаю, уже забыл, где включается. Все. Так, и здесь отопление проходит.
здесь уже, да, тоже идет обратка или что там. Все. А тут плиты перекрытия. Тут вот я комнату свободно обшиваю. Да, и живи. Да кому у вас так четыре комнаты огромные? Нет, нас, я говорю, если кто-то купит, большая семья. Это так вот что-то делали, не знаю, для чего-то. И отопление можно везде кинуть. Да. Если... Можно там и санузел придумать, кстати, отдельный на второй этаж. Да, а уже мне сын говорит, сделаем. Да. Когда нахрен он нужен. Так, получается, у вас на втором этаже два помещения, из которых можно что-то сделать. Да. Либо кладовую, либо санузел, либо с друзьями отдыхать. Да. Коридор, две большие спальни. Так, второй этаж, все. На первом этаже коридор, кладовая, кухня, столовая. Да. Две спальни. И зал. И зал. Угу. Все. Ну что, друзья, посмотрели вместе с вами данное домовладение, все вам показал, рассказал, с собственником познакомились. Мужик, если честно, вот такой вот. Ходил со мной, все рассказывал, показывал. Понравилось, знаете что, лежанка его прям в котельной. Ну, я думаю, вы ролик до конца досмотрели полностью, без перемоток. Там у него такая лежанка. На камере вы не поймете этих ощущений, но туда заходишь, там так тепло, особенно когда на улице ходишь. В общем, понравилось. Гараж на два автомобиля. Большим плюсом считаю то, что во дворе постелили плитку. Да, на весь двор полностью не хватило, там закуточек остался, но его не просто бросили, его сделали, то есть залили новый бетон. Все забетонировали, аккуратно, чисто. Есть много помещений хозяйственных, есть банька, там у него два курятника, есть летняя кухня. Дом большой, да, в доме получается 4 изолированных спальни, один большой зал, кстати, спальни все тоже большие. Что касается кухни, кухня, столовая тоже есть, коридор, есть даже помещение библиотеки, есть холодная прихожая, там у них тоже кровать стоит. На втором этаже есть еще две комнаты, два помещения, так назовем, в которых тоже, кому что интересно, можно будет, можно санузел, я бы даже, наверное, сделал на втором этаже. Это, опять же, кому как захочется. Друзья, если кого-то этот дом заинтересовал, вся необходимая подробная информация находится ниже в описании. Его стоимость, площадь, участок, все это есть в описании. Вон, друзья едут, посигналили, в городе же снимаем сегодня. Так, и... Номер телефона Юли и номер телефона мой находится ниже в описании. Звоните, не стесняйтесь. Если не дозвонились, обязательно напишите в WhatsApp. Мы уже либо вам опять напишем, либо с вами созвонимся. В общем, ответ от нас будет. И также, кто подбирает себе недвижимость, не забывайте, что мы работаем для вас. Вся наша дружная команда, агентство «Титул». Мы будем ездить, подбирать, смотреть для вас домики. Также не забывайте, что у нас есть огромная база эксклюзивных предложений, которые доступны нашим клиентам. И покупатели, тоже не забывайте, что мы работаем, можем приехать, посмотреть ваш дом, помочь вам в продаже. Не стесняйтесь, обращайтесь. Что еще хотел сказать? В описании также будут указаны все ссылки на YouTube-каналы Юлия Сомсикова, недвижимость Краснодарского края, недвижимость Ставропольского края, все TikTok-аккаунты, Instagram-аккаунты. Кстати, в ТикТоке выходит часто то, чего вы не увидите в Ютубе. Так что не пожалеете, переходите, подписывайтесь. Все, друзья, не забывайте написать свой комментарий. Это обязательно. Мы читаем все комментарии. Поставить лайк. Ну и, в принципе, все. Можете посоветовать наш канал друзьям. Я поехал дальше снимать для вас обзоры. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока-пока.